Здравствуйте, гости канала, подписчики и все любители канареек. Сегодняшнее видео будет посвящено питанию канареек в период линьки. Покажу вам, что лучше давать, как лучше давать, в каких количествах. Это вот мои молодые канарейки 2017 года, первый выводок весенний. Вот они уже сидят в своем вольере. Сейчас покажу вам вольер. В принципе, вот такой размер. Тут он просторно, хорошо себя чувствует. Уже не перестали драться, потому что места много. Здесь вот тут есть у меня такая прищепка. В дальнейшем посмотрите задачи этой прищепки. Покажу. Вот в вольере сделан такой шпингалет, как бы просто гвоздь, и открывается удобно. Так, значит, вот они, канареечки. Вот есть оранжевые, вот сидит первый, начинает набирать только оранжевый цвет. Вот летает зеленый хвостик, это я пометил зеленкой. Самцы начинают потихоньку петь. Так, вот их видно вам потихоньку. Вот два зеленых. Вот еще самцы. Вот брюшко выщипали, пока с самцом сидели, с чужим. Так, переходим к питанию. Что касается питания. Здесь идет основная зерносмесь с добавлением овса. Значит, здесь проса, рапс, канареечное семя можно побольше малышам, семена льна, вон если видите, там коричневые семена, это лен, и овес. Так, потом, значит, садовые яблоки можно использовать, яблоки сортов, которые сладкие или кисло-сладкие, но желательно сладкие, хорошо любят сладкие яблоки, это вот они падают с дерева. То, что место удара вырезаем и даем уже чисто нормальное яблоко. Вот такими дольками режем. Вот это они примерно до обеда все съедят. После обеда надо снова. В плане зелени. Сегодня нарвал свежие молодые листья, ботву морковки. Эту ботву не особо едят. Так, это минералы. Здесь промытый речной песок, мелкая ракушка, куриная шкарлупа, перетертая в мелкую-мелкую стадию. Все это они тоже клюют хорошо. В плане минеральной подкормки, значит, здесь ракушка, речной промытый песок, кальций толченый, немножко золы, немножко угля толченого и свежая чистая вода. Вот, допустим, сегодня зелень... Морковка с одуванчиками, завтра можно нарвать листья салата, затем можно нарвать листья подорожника, листья одуванчика. Вот так вот. В общем, по питанию я вам показал, рассказал. От морковки хорошо птица набирает цвет. Если, допустим, у вас кенара или канарейки оранжевые, то от морковки там каротина больше, чем в морковке. У кого нет возможности давать ботву, можно тереть на терку морковку. В принципе, то же самое, но в ботве побольше содержится полезных веществ. Сейчас попробую показать вам оранжевых канареек, которые набирают цвет. Вот, значит, внизу сидит оранжевая, брюшка уже начинает набираться. Сейчас у нее ювелирная линька будет, она станет пооранжевей. Детская линька, так называемая. А потом в год она еще раз перелиняет и будет уже полноценная оранжевая канарейка. Сейчас продемонстрирую, на что прищепку к работе. Вот таким образом подвешиваем пучок зелени на прищепку. Почему подвешиваем? Потому что
так канарейке удобнее кушать, как в естественном процессе. То есть он не валяется на полу, а висит, она подлетела и кушает. Вот сейчас происходит у них атака. Вот сейчас кто посмелей, те вперед. Кто более стесняется, те попозже подойдут. Ну вот вы видите, они с удовольствием поедают морковку. Также с удовольствием поедают листья салата, одуванчика. В общем, зелень они любят. Видно вам, да, хорошо? Ну не все, не все. Самые смелые. Вот с зеленым хвостом смазанным будет хороший оранжевый самец. Вот он. Уже у него нормальный цвет набирается. Допустим, если сравнивать с... Как показать? Сейчас покажу. Если сравнивать с вот этим... Вот он. Вот, с вот этим. Тут уже менее оранжевый. Вот пробелы есть на груди, подхвостья, крылья хвостовые, перья хвостовые, белей. А вот у того, что я показал изначально, тут уже сразу задатки хорошего оранжевого самца. Вот так вот они поедают эту морковку. Ну, при мне, я вам скажу, стесняются. Тут тут камера снимает у них застенчивость. А так, если сейчас уйти, то тут порвут этот кусок, пучок минут за 10. Ничего не останется. Ну, в принципе, все основное я показал вам, рассказал. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания, спасибо за просмотр.